Найки. Здравствуйте, ребята! Бибизнайки уже готовы. А вы, ребята? Тогда давайте сегодня запомним букву «Д». Слово с буквы «Д». «Д» – дерево! Правильно, буква «Д». Давай играть! И буквы вместе повторять! Какие вы молодцы, бибизнайки! Продолжим! Нам всем знакома буква «Д». Какое слово с буквы «Д»? Правильно, буква «Д». Давай играть! И буквы вместе повторять! Умницы, бибизнайки! А теперь все вместе, ребята! Повторяем, повторяем, вместе песню напеваем. Будем с вами мы играть и буквы с мамой изучать. Здорово, бибизнайки! Я уверена, теперь все малыши запомнят букву «Д». Спасибо, бибизнайки, и до новых встреч!